Можно ли научить подрастающее поколение любви к родине? Барнаульские преподаватели истории на этот вопрос отвечают утвердительно. Говорят, вся их педагогическая деятельность направлена на воспитание этого чувства. Причем неважно, учишь ты истории или другому предмету. Но, как вы понимаете, навязчиво это делать нельзя. Поэтому вот и избираются самые разнообразные формы для того, чтобы дети заинтересовались собственной историей, увидели в ней какие-то необычные моменты, попытались их проанализировать, посмотреть, какие варианты у наших предков были, и выбрать свое собственное решение. Исторический марафон, или, как называют его организаторы, историческая игра, проводится в Барнауле уже второй год. Нынче количество желающих решить задачки на знание дат, имен и фактов, а также продемонстрировать скорость реакции, удвоилось. Задания олимпиадного уровня решали старшеклассники 20 городских школ. Призваны развивать у ребят эрудицию и показать им, что история – это такая многогранная наука, которая включает в себя все другие дисциплины, вбирает в себя знания из других социогуманитарных наук. Игра состоит из трех этапов, посвященных определенным историческим эпохам. Например, нынешний тур охватывает период от ранних лет российского государства до конца 19 века. Задания и текстовые, и мультимедийные, на любой вкус и цвет. Для меня даты, они не являются сложными. Мне нравится их запоминать. Мне кажется, это, наоборот, самое простое. Но сложное... Сложное в истории, наверное, это изучать войны. Это интересно, но в то же время это так запутанно, и нужно логически строить, размышлять, чтобы понять их. Первое место в марафоне заняла команда 69-й школы, второе – 40-й. Следующий тур марафона пройдет в середине марта. По его результатам определят самых сильных юных историков. Особых льгот при поступлении в вузы победа не даст, хотя диплом победителя станет весомым вкладом в портфолио ученика. Впрочем, умение разбираться в хитросплетениях истории – факт, уже заслуживающий похвалы. Илья Кочетков, Николай Шилко, информационный канал «Город».